Городок Верьер, пожалуй, один из самых живописных во всем Франш-Конте. И если путешественник хоть на несколько часов задержится в Верьере, верных 100 шансов против одного, что он непременно повстречает высокого человека с важным и озабоченным лицом. Это никто иной, как мэр города Верьера, кавалер нескольких орденов, господин де Реналь. Его подобие господин Кюре ждет в гостиной. Пусть подождет. Слушай. Господин Кюре. Господин аббат, я пригласил вас к себе, чтобы выразить крайнее неудовольствие. Вы, вопреки моему приказу, сопровождали господина Пера, приехавшего из Парижа, и в тюрьму, и в дом презрения. Этот господин специально приехал, чтобы охаять нас потом среди столичных либералов. Смею заметить, что ваши поступки в последнее время вызывают у нас крайнюю озабоченность. Позвольте мне заметить, что я поступил как раз так, как мне надлежало поступить, сообразно моему сану. Но, по-видимому, я буду третьим священником, которому откажут от места в здешних краях. Верьер – моя семья. Но страх покинуть его не может меня заставить вступить в сделку с совестью. Этот парижанин и вправду либерал. Но я подумал, что он сможет помочь нашим беднякам и нашим узникам. У нас хватит власти и решимости лишить вас прихода, господин Шелан. Потому что вы вели себя не только опрометчиво, но открыто собираетесь и дальше помогать нашим врагам. Вы можете отнять у меня приход. Я все равно не покину этих мест. У меня есть небольшой участок земли. На это я и буду существовать. Я ведь побочных сбережений не делаю на своей службе. Может быть, поэтому я не пугаюсь, когда мне грозят, что меня уволят. Благодарю вас, Элиза. Там пришел этот плотник, Сурель. Зовите. Прошу вас.
А, Сорель. Можете прислать своего сына уже сегодня. Ну так. Так нам, значит, осталось только столковаться насчет жалования, которое вы заплатите моему сыну. То есть как? Ведь мы же покончили с этим делом вчера. Я даю ему 300 франков. Думаю, что этого вполне достаточно. А может быть, даже и многовато. Вы так предлагали, я потому и не спорил. Но в другом месте нам дадут и побольше. Сколько же вы хотите, чтобы он получал? Я думаю, 400 франков в год. И жалование вы будете платить ему вперед, 1 числа каждого месяца. Ладно. Я дам ему 34 франка в месяц. Вот такой богатый, щедрый человек, как господин наш мэр, уж не поскупитесь. Да 35 франков для круглого счета. Хорошо. Но на этом и покончим. Я пришлю сына в замок. Поднимайся, скотина, мне надо с тобой потолковать. Ах, дармоед. Так вот ты и будешь читать свои книжонки? Вместо того, чтобы за пилой смотреть. Вечером будешь читать, когда пойдешь к Кюре небо коптить. Там и читай, сколько влезет. Отвечай мне. Да не смей врать, хотя ты без этого и не можешь. Откуда ты знаешь госпожу де Реналь? Когда это ты успел с ней разговориться? Я никогда с ней не разговаривал. Если я видел эту даму, то только в церкви. Так значит, ты на нее глазел, дерзкая тварь? Когда? Вы же знаете, что я в церкви никого, кроме Бога, не вижу. Пойди, собери свой скарб и отправляйся к господину де Реналь. Ты будешь у него воспитателем при детях. А что я буду за это получать? Стол, одежду и 400 франков жалования. Я не хочу быть лакеем. Ух ты, скотина. Вот кто тебе говорит про лакея? Я что ж, хочу, чтобы у меня сын в лакее ходил? А с кем я буду есть? Одевайся. И иди к господину мэру.
Этот страх оказаться за одним столом с прислугой вовсе не был свойственен натуре Жюльена. Чтобы пробить себе дорогу, он был готов пойти не на такие испытания. Он подчеркнул это отвращение непосредственно из исповеди Руссо. Это была единственная книга, при помощи которой его воображение рисовало ему свет. Исповедь Руссо, собрание реляций великой армии Наполеона и мемориал святой Елены. Вот три книги, в которых заключался его Коран. Он готов был на смерть пойти за эти три книжки. Никаким другим книгам он не верил. С самого раннего детства он погружался в восторженные мечты о том, как его будут представлять парижским красавицам, как он сумеет привлечь их внимание каким-нибудь необычайным поступком. Почему бы одной из них не полюбить его? Ведь Бонапарта, когда он был еще беден, полюбила же блестящая госпожа де Богарне. В продолжении многих лет не было, кажется, в жизни Жюльена ни одного часа, когда бы он не повторял себе, что Бонапарт, безвестный и бедный поручик, сделался владыкой мира с помощью своей шпаги. Заставил говорить о себе, Франция трепетала в страхе перед иноплеменным нашествием. Военная доблесть была тогда в моде, она была необходима. А теперь какой-нибудь священник получает жалование 100 тысяч франков, то есть ровно в 3 раза больше, чем самые знаменитые генералы Наполеона. Им нужны люди, которые помогали бы им в их работе. Вот, хотя бы наш мировой судья, такая светлая голова, такой был честный старик до сих пор. И чтобы не навлечь на себя неудовольствие 30-летнего викария, он покрывает свою голову бесчестием. Надо стать попом. Подробности казни и последних минут жизни Луи Жанреля, казненного. Кто же положил сюда эту бумажку? Несчастный. А его фамилия заканчивается так же, как и моя. Неужели я такой трус? К оружию! Что вы желаете? Отец велел мне прийти к господину мэру. Он сказал, что господин мэр меня ждет. Ждет. Войдите. Но господин мэр занят сейчас. Подождите здесь. Пожалуйте, господа. Элиза, мы пришли. Элиза, ты слышишь? Мы пришли. Что вам угодно, сударь? Так что? Я пришел сюда, потому что я должен быть здесь воспитателем, сударыня. Вы? Как, сударь? Вы знаете латынь? Да, сударыня. И вы не будете бронить моих мальчиков? Я? Бронить? Почему? Нет, правда, сударь, вы мне это обещаете. Вы будете добры к ним. Но неужели это правда?
Вы в самом деле знаете латынь? Да, сударыня, я знаю латынь. Я знаю латынь не хуже господина Кюре. А когда у него хорошее настроение, он говорит, что я знаю лучше него. Так вы не будете в первые же дни сечь моих детей, даже если они не будут знать уроков? Не бойтесь ничего, сударыня. Я буду во всем вас слушаться. Моему старшему 11. Он вам почти товарищ будет. Вы всегда сможете его уговорить. Отец как-то вздумал наказать ребенка. Он был болен почти целую неделю. Отец его только чуть-чуть ударил. А как вас зовут? Меня зовут Жюльен Сорель. И мне страшно, потому что я первый раз в жизни вступаю в чужой дом. Я никогда не ходил в школу. Я был слишком беден для этого. И я никогда ни с кем не разговаривал, исключая полкового лекаря, кавалера ордена почетного легиона нашего кюре, господина Шалана. Мои братья вечно колотили меня. Не верьте им, если они будут на меня наговаривать. Господин Шалан скажет вам обо мне всю правду. Никакого дурного умысла у меня и быть не может. Я никогда не буду бить ваших детей, клянусь вам, как перед Богом. Идемте, сударь, идемте. Хорошо. Мне необходимо поговорить с вами, прежде чем я представлю вас моим детям. Я удаляюсь. Останьтесь. Господин Кюре говорил мне, что вы добропорядочный юноша. Вас все здесь будут уважать. Если я буду доволен вами, то я помогу вам в будущем прилично устроиться. Желательно, чтобы вы отныне не виделись больше ни с вашими родными, ни с друзьями. Ибо их манеры не подходят для моих детей. Вот вам 35 франков за первый месяц. Но вы дадите мне слово, что из этих денег ваш отец не получит ни одного су. Теперь, сударь, а я уже всем приказал называть вас так, и вы сами увидите какое-то преимущество попасть в дом к порядочным людям. Теперь, сударь, я позову детей. Дети! Ну-ка. Угу. Дети! Вот и господин Сорель. Будет вашим гувернером. Я здесь для того, господа, чтобы обучать вас латыни. Вы знаете, что значит отвечать урок? Вот перед вами священное писание. Я буду постоянно спрашивать вас по этой книге, ваши уроки. Ну а теперь спросите вы меня, чтобы я ответил вам свой урок. Откройте наугад эту святую книгу и скажите первое слово любого стиха. Боже ты мой, какой красавчик. А какой молоденький попик. Я буду отвечать вам наизусть эту святую книгу, которая должна служить нам примером в жизни. Понятое вос. Понято вос ин кордибус вестрис сермонес истес. Филиус эним хоминис футурос эст ут традатур ин манус хоминум. Ям эним. С этих слов начинается множество стихов. Соблаговолите продолжить немного. Ям эним секурис. Благодарю. Ям эним секурис ад радицем арборам позита эст.
Omnis ergo arbor quinum facet fructum bonum excedetur, et an ignem mitetur. Теперь ты. Паттер Пикави. Патер Пикави ин целиум энд коранте. Ям нон сун дигнут вакари филиум туум. Ну, а теперь надо, чтобы Станислав Ксавье тоже предложил мне какой-нибудь стих из Священного Писания. Адукунт алтум. Адукунт аутем. А, господин Валино. Доброе утро. Доброе утро. Господин де Мажерон. Весьма кстати. А у нас тут небольшой урок латыни. Позвольте. Дети. Вот. Итак, адукунт аутем. Прошу проверять, господа. Адукунт аутем. Резинацию Эйюс, Вербес Апостоли Паули, Инаницу Эпистоли, Адрамана Скриптус, Праба. Де филио суа, кви фактус эст эй, де саминатавит, секундум карнум, кви предестинатус эст филиус дей, инвертутам секундум спиритум санктификационес, экс резеракционам мортуорум. Вашу шляпу, сударь. Посолиднее держитесь, сударь, если желаете укрепить уважение к вам, моих детей и прислуги. Сударь, меня стесняет эта новая одежда. Я, бедный крестьянин, никогда ничего не носил, кроме куртки. Поэтому я прошу вас разрешения позволить мне удалиться в мою комнату и немного побыть одному, чтобы привыкнуть к этой новой одежде. Госпожа де Реналь очень скоро простила Жюльену и его незнание самых простых вещей, которые скорее даже умиляло ее, и грубость манер, которую ей удавалось понемногу сглаживать. Мало-помалу ей стало казаться, что великодушие, душевное благородство, человечность – все это присуще только одному этому молоденькому аббату. В Париже отношения Жюльена с госпожой де Реналь не замедлили бы разрешиться очень просто. Но ведь в Париже любовь – это дитя романа. Романы научили бы их, каковы должны быть их роли. Показали бы им примеры, коим надлежит подражать. И рано или поздно, возможно, даже без всякой радости, но имея перед собой такой пример, Жюльен из тщеславия невольно последовал бы ему. В каком-нибудь маленьком городке, в Авейроне или в Пиренеях, любая случайность могла бы ускорить развязку. Таково действие знойного климата. А под нашим, более сумрачным небом, все идет потихоньку. Все в провинции совершается мало-помалу и более естественно. Но в доме была еще одна женщина. Аквиля? Нон каптат? Мускас? Станислав, Аквиля. Нон каптат. Мускас. Повторяю. Аквиля. Нон каптат. Мускас. Записали? Нон схоле. Доброе утро, господин Жюльен. Доброе утро, сударыня. Сед вите. Дисцимус. Ну,
как дела? Хорошо. Non scholes et vita distimus. Non scholes et vita distimus. Не для школы, а для жизни учимся. Дисцимус. Вот. А может быть, на сегодня достаточно? Как вам будет угодно, сударыня. Урок закончен. А где же наши бабочки? Элиза положила их на шкаф, и теперь их не достать. А почему же я положила их туда? Потому что половину вы уже успели сломать. Мамочка, ты сейчас увидишь мою бабку. Сударыня. Уж не приключилось ли с вами какой беды? Нет, друг мой. Сейчас мы позовем детей и пойдем гулять. Только вот что. Вам, наверное, рассказывали, что я единственная наследница моей тетки, которая очень богата и живет без Ансони. Она часто посылает мне всякие подарки. А сыновья мои делают такие успехи, просто удивительно. Так вот, я хочу попросить у вас принять от меня маленький подарок. Это сущие пустяки, всего несколько луидоров вам на белье. Только вот... Только что, сударыня? Не стоит говорить об этом моему мужу. Сударыня? Я человек маленький, сударыня, но я не лакей. Вы, конечно, не соизволили об этом подумать. Я считал бы себя ниже всякого лакея, если бы позволил себя скрыть от господина Дреналь, чтобы это ни было относительно моих денег. Боже мой. Господин мэр вот уже 5 раз с тех пор, покуда я живу у вас, выдавал мне по 35 франков. Я хоть сейчас могу показать свою расходную книжку господину мэру. Да хоть кому угодно. Хотя бы и господину Валено, который меня так ненавидит. А, господин Жюльен? Господин мэр? Ну, как дела? Отлично. Я сегодня подумал о том, что самой подходящей темой для письменных упражнений ваших сыновей было бы жизнеописание знатных дворян местного края. Но для того, чтобы взять книгу, надо записаться абонентом в книжную лавку. Мое положение не позволяет вступать в отношения с книготорговцами и тем способствовать обогащению либералов. Я полагаю, сударь, что было бы до крайности неприятно, если такое доброе дворянское имя значилось в мерзких списках книготорговца. Но чтобы не дать якобинцам повода для сплетен, а вместе с тем дать детям возможность заниматься, можно было бы записать абонентом в книжную лавку кого-нибудь из ваших слуг, ну, скажем, лакея. А вот это недурно придумано. Разумеется, надо проследить за тем, чтобы он не брал никаких романов. Стоит этим опасным книжкам завестись в доме, как они совратят прислугу, да это его же слугу. А политические памфлеты? Вы о них забыли? Ваше преподобие, может, мне вам не нужно говорить об этом, но я полюбила Жюльена Сорелли. Я хочу просить вас поговорить с ним. Не хочет ли он жениться на мне?
Я от всего сердца рад вашему намерению, дитя мое. Можете рассчитывать на мою поддержку. Я думаю, что такая порядочная девушка, как вы, может составить счастье моему воспитаннику. Я обещаю вам поговорить с ним. Отец мой, предложение мадемуазели Лизы никак не подходит для меня. Берегитесь, дитя мое. Остерегайтесь того, что происходит в вашем сердце. Я готов порадоваться за вас, если вы повинуетесь своему призванию к священному сану. Но если вы станете заискивать перед людьми, имеющими власть, вы обречете себя на вечную гибель. Возможно, вы достигнете благоденствия, но для этого вам придется притеснять бедняков, льстить префекту, мэру, каждому влиятельному лицу и подчиняться им. Такое поведение называется умением жить. Я часто с прискорбием замечаю некий сумрачный пыл, сокрытый в природе вашей, который ничуть не говорит ни о воздержании, ни о безропотном отречении от земных благ. Ведь именно эти качества необходимы служителю церкви. Я понимаю, что с вашим умом вы далеко пойдете. Но позвольте вам сказать откровенно. Если вы примете сан священника, я со страхом думаю, убережете ли вы свою душу. Позвольте мне сказать вам откровенно, отец мой, что есть причина и очень важная. Какая именно, я не могу сказать вам, потому что это может повредить третьему лицу. Но именно она-то и отвергает меня от этого брака. Эти грешные слова лишний раз свидетельствуют о суетной горячности вашей. Ничуть не похожи на тот священный огонь, которому надлежит пылать в душе будущего служителя церкви. Дорогой мой, вам было бы много лучше стать простым, зажиточным деревенским жителем, хорошим семьянином, почтенным и образованным, чем идти без призвания в священники. Что с вами, Элиза? Если госпожа позволит, я расскажу о своем горе. Расскажите. Сядьте. Сядьте, прошу. Ну так вот, сударыня, он отказал мне. Видно, злые люди наговорили ему про меня, а он верит. Кто отказал вам? Кто же, как не господин Жульен? Господин Кюре уж так его уговаривал. Потому что господин Кюре говорит, что ему не следует отказывать порядочной девушке из-за того, что она служит в горничных. Ведь у самого-то господина Жульена отец простой плотник. Да и сам-то он, пока не поступил к вам, на что жил-то? Я попробую поговорить с Жульеном. Спасибо, сударыня. Ступайте, Элиза. Спокойной ночи. Спокойной ночи. После падения Наполеона в провинциальных нравах не допускается никакой галантности. Мошенники ищут опоры в конгрегации, и лицемерие процветает вовсю, даже в кругах либералов. Госпожа де Реналь, выданная замуж в 16 лет за немолодого дворянина, за всю свою жизнь никогда не испытывала ничего хоть сколько-нибудь похожего на любовь.
Благодаря этому неведению госпожа Дореналь, всецело поглощенная Жюльеном, пребывала в полном блаженстве. Ей даже в голову не приходило в чем-либо себя упрекать. Наполеона, можно сказать, сам Бог послал молодым французам. Кто нам его заменит? Что станут делать все эти несчастные, даже побогаче меня, у которых всего несколько IQ в кармане только-только, чтобы получить образование? И нет денег для того, чтобы подкупить, кого надо. И в 20 лет получить место и пробить себе дорогу в жизни. И что бы мы ни делали, нас все время будут преследовать роковые воспоминания. Никогда мы не будем чувствовать себя счастливыми. Вот на это! Смотрите, ты попадешь? Не попадешь! Подобный образ мысли годится только для слуг. Я нарочно повторил эти слова. Я слышал их, когда ходил к своему приятелю, лесоторговцу в горах. Вот видите, как рассуждают эти нечестивцы. И надо было вам водиться с такими людьми. Филипп! Филипп! Она добрая и милая. Но она выросла в неприятельском лагере. Разумеется, она должна бояться честных, смелых, молодых людей. Что стало бы со всеми этими дворянчиками, если бы у нас только выпала возможность сразиться с ними равным оружием? Наступили жаркие дни. У них завелся обычай вечерами сидеть под огромной липой в нескольких шагах от дома. Там всегда было очень темно. Как-то раз Жюльен что-то с воодушевлением рассказывал. Оживленно размахивая руками, он нечаянно задел руку госпожи Дореналь. Она мгновенно отдернула руку. И тут Жюльену пришло в голову, что он должен добиться, чтобы впредь эта ручка не отдергивалась, когда он коснется ее. Как только пробьют часы, решил он, я сделаю то, что обещал себе. В спальне госпожа Дореналь, совершенно упоенная своей любовью,
пребывала в таком блаженном неведении, что даже не упрекала себя ни в чем. Всю ночь она не сомкнула глаз. Счастье не давало ей уснуть. Неужели я люблю, думала она. Я полюбила. Я замужняя женщина и вдруг влюбилась. Но ведь никогда в жизни я не испытывала к мужу ничего похожего на это страшное наваждение, которое не дает мне ни на секунду забыть о Жюльене. А ведь это в сущности дитя. И он относится ко мне с таким уважением. Конечно, это наваждение пройдет. Да не все ли равно моему мужу, какие чувства я могу питать к этому юноше? Господин де Реналь умер бы со скуки от наших разговоров с Жюльеном, от всех этих фантазий. Что ему до этого? Он занят своими делами. И ведь я у него ничего не отнимаю для Жюльена. А вы должны знать, что наша славная крепость Безансон, взявшая свое имя у древнего Византия, доблестно противостояла многим врагам. Римлянам и испанцам. Это вам, сударь. И тут она сказала нет. Правда ли то, что говорят кругом, что вы, господин Сорель, добились удивительных успехов по части изучения Нового Завета? Да, действительно, я хорошо знаю Новый Завет. Если угодно, мы можем это проверить. Прошу вас. Благодарю. Вебоби скрибе. Скрибе от фаризеи Хипокрита. Квия семилис эстис сепулькрис де альбатис. Абсолютно точно. Пожалуйста. Эго сум ресурекцио. Эт витек ви кредит ин ме. Эцем си мортус фурит вивет. Я же говорил, что это удивительно. Браво. Мне не хотелось бы долго говорить перед дамами по латыни. Если вы, господин Рубиньо, не отказались бы продиктовать мне какую-нибудь латинскую фразу наугад, то я попытался бы ее перевести и продолжить. Что ж, превосходно. Квидева рандомас видуарум. Сии поедающие дом и вдов и на показ долго молящиеся будут тягчайше осуждены. А? Какого? Воля ут прочинус десмиги индиско. Хочу, чтобы ты теперь же дал мне на блюде голову Иоанна Крестителя. Этот час, послав оруженосца, царь приказал принести голову его. Тот пошел, отсек его голову в темнице и принес ее на блюде. И отдал ее девице. Слово в слово. Дело в том, что сегодня мне надо выучить целую главу из теологии и завтра отвечать ее господину Шилану. Ибо ремесло мое заключается в том, чтобы других составлять, отвечать уроки и самому отвечать их. Да-да-да, конечно, дорогой Сорель. Можете чувствовать себя совершенно свободно. Мы все понимаем, насколько вы заняты. А не хотите ли, дорогой мой аббат, перейти на службу к одному чиновнику, детей которого надо хорошо воспитать? Наставнику детей в этом доме платили бы 800 франков. И не помесячно, как у мэра. Фу, что за срам. А за четверть года и каждый раз вперед. Я обещаю вам хорошенько обдумать это лестное предложение. В 10 часов утра Жюльен, как обычно, явился, чтобы начать урок. Доброе утро. Доброе утро, господин Жюльен. Сударь, уже 10 часов.
А вы до сих пор не приступали к занятиям. Пользуясь моим отсутствием, вы отлыниваете от работы. Я вам плачу деньги, и немалые, так что извольте. Я себя плохо чувствовал. Это не оправдание, сударь. Извольте немедленно приступить к работе. Сударь, неужели вы думаете, что со всяким другим наставником ваши дети сделали бы такие успехи, как со мной? Если вы скажете «нет», то как же вы осмеливаетесь упрекать меня, будто бы я их забросил? Я, сударь, проживу и без вас. Право, я очень огорчен, что вы так разволновались. Не этого я жду от вас, сударь. Вы только вспомните, какими оскорбительными попреками вы меня осыпаете, да еще при женщинах. Я знаю, сударь, куда мне пойти, когда я выйду из вашего дома. Ну, хорошо. Я согласен с вашей просьбой. Начиная с послезавтра, а это будет как раз первое число, я плачу вам 50 франков в месяц. Мне надо пойти повидаться с моим приятелем, лесоторговцем в горах. Честь имею вас поставить в известность, что я отлучусь на несколько часов. Ну что вы, дорогой Жюльен, хоть на целый день. Пожалуйста, и на другой день тоже можете, если вам угодно, дорогой друг. Да вы возьмите лошадь у садовника. Не пешком же вам идти. Ясно. Мальчишке кто-то сделал выгодное предложение. Наверное, это сам господин Валино. На 600 франков в год гувернеру. Такая сумма заставит хоть кого призадуматься. Вчера в Верье ему это сказали. И вот нынче утром этот негодный мальчишка улизнул в горы. Нет, подумать только. Нам приходится считаться с каким-то ничтожным мастеровым, который еще дерзит мне. До чего мы дожили? Мне очень болит голова. Я пойду лягу в постель. Ох уж эти женщины. Вечно у них там что-то не ладится. Уж больно хитро они устроены. Жюльен не собирался сразу идти к своему другу. Ему хотелось побыть одному и дать волю обуревавшим его чувствам. Как только он очутился в лесу, его как бы покорила сладостная красота лесной чащи. Он забирался все выше в горы. Сегодня я выиграл битву. Да, я выиграл битву. Кто там? Наконец-то я до тебя добрался. Садись к столу. Ну? Уж не поругался ли ты со своим господином? Что явился так нежданно, негаданно? Я ему нагрубил, он мне прибавил за это жалование. Режься. Боже мой, как я завидую твоей свободе, твоей независимости. Оставайся у меня. Ты ведь раскусил повадки этих господ? В самую пору теперь заняться торговлей. Да и в арифметике ты сильнее меня. Ты бы меня книги вел. У самого-то руки до всего не доходят. А взять себе компаньон и боишься, как бы не налететь на мошенника. Иди ко мне, компаньон. Ты мой единственный друг. Я бы с радостью согласился. Ну, ты же знаешь, что мое призвание — это служение Святой Церкви. И это не позволяет принять мне твое предложение. Ты только подумай. Я предлагаю тебе войти в долю. А ты опять собираешься вернуться к своему мэру.
который тебя с грязью смешать готов. А потом, когда у тебя будут деньги, кто тебе помешает пойти в эту твою в семинарию? Мое призвание сильнее денег. Ну, ты просто свихнулся. Может, подумаешь, а? Спасибо тебе. Господин Жюльен? Вы, кажется, собираетесь покинуть ваших питомцев. Уезжаете. Переходите на другое место. Мне будет очень трудно расстаться с такими милыми детьми. Тем более из такой порядочной семьи. Но, видимо, мне придется это сделать, потому что у каждого человека есть обязанности и по отношению к самому себе. Да-да. Так вы уходите от нас. Вы уезжаете от нас навсегда. Мне необходимо это сделать, потому что я чувствую, что влюблен в вас безумно. А это грех. Ужасный грех для молодого священника. Я запрещаю вам так говорить. Все будет так же, как в течение этого месяца. Мы останемся друзьями. Нет, это невозможно. Будьте осторожны, я вам приказываю. Сударыня, сегодня ровно в 2 часа ночи я буду в вашей комнате. Мне надо поговорить с вами. Как вы смеете? Это так гадко! Сказал ей, что приду в 2 часа. Я могу быть невеждой и грубияном, как оно, конечно, и полагается крестьянскому сыну. Но я, по крайней мере, докажу, что я не ничтожество.
Милли. Нет. Вскоре младший из детей Станислав Ксавье заболел. До этого госпожа Дерналь ни разу не приходилось задумываться над тем, что она совершила. Ни с кем. Пусть я буду единственным свидетелем ваших мучений, если вы меня любите, молчите. Оставьте меня. Украдь, умоляю вас, бегите из нашего дома. Вот то, что вы здесь со мной, это и убивает моего сына. Оставил меня. И теперь я должна быть наказана во всем. Я говорю вам, оставьте меня. Что? Не надо. Нет, ты должен знать правду. Знаю это я убиваю своего сына. Я
Я дала ему жизнь, я же убиваю, я согрешила перед Господом. Я убийца! Я убийца! Бредни! Романтические бредни! Жюльен, я должен уехать, а надо бы вызвать доктора. Тысячу раз я отдал бы жизнь свою, чтобы узнать, как тебе можно помочь. Я никогда не любил тебя так. Или, вернее, вот только теперь начинаю любить тебя так, как должно. Что будет со мной вдалеке от тебя, да еще когда я буду думать, что ты из-за меня несчастна? Да. Но что говорить о моих мучениях? Я уеду. Уеду. Но ведь стоит мне тебя покинуть. Стоит непрестанно не стоять между тобой и твоим мужем, ты ему все расскажешь. И тогда ты погибла. Ты подумай, ведь он тебя с позором вытолкает. Весь Верьер, весь Бесансон только и будут болтать, что об этом скандале. Никогда тебе больше не подняться после этого срама. Это вот я и хочу. Буду страдать, так и надо. Но ведь такой скандал немыслим, это и для него несчастье. Нет, это мой позор. Я все на себя приму. Пусть меня втопчут в грязь. Может быть, это спасет моего сына. Позволь мне остаться с тобой. И с этой минуты я буду любить тебя только как брат. Это хоть разумное искупление, оно может смягчить меня в Господень. А я... Я могу любить тебя как брат. Моей ли власти любить тебя как брат? Как хочешь. Ты мне только скажи, что мне делать. Я послушаюсь. Больше мне ничего не остается. Я уеду, ты все мужу расскажешь. Ты погибнешь, да и он с тобой. Если тебя не будет здесь, если ты не будешь каждый день приказывать мне взглядом, чтобы я молчала, я все расскажу мужу. Каждый день этой невыносимой муки мне за год кажется. Я уже не обманываю себя ни в чем. Я погиб. Погибла, и нет мне пощады. Ты мальчик. Ты просто поддался соблазну. Соблазнила тебя я. Тебя Бог еще может простить. А я уже проклята навеки. Я это, наверное, знаю, потому что мне страшно. Да кому бы не было бы страшно, когда видишь перед собой ад. Я даже не раскаиваюсь. Я бы опять совершила этот грех, если бы все снова вернулось. Только бы Бог не покарал меня через моих детей. Это было бы больше, чем я заслуживаю. Но ты... Ты мой Жюльен. Ты счастлив. Ты чувствуешь, как я тебя люблю. Мало-помалу Станислав начал поправляться, но покой уже был нарушен.
Доброе утро. А, голубушка, здравствуйте. Ну, что там происходит в доме мэра? Ведь вы меня погубите, сударь, коли я им всю правду расскажу. Ну, что? Хозяева всегда друг за дружку стоят, когда серьезно до дела дойдет. А прислуга, если в чем проболтается, так и ни за что не простят. Ну что? Ну что там творится? Ну? Ты не захотел меня впустить к себе сегодня ночью. Бывает минута, когда мне кажется, что мне в сущности никогда не удавалось узнать тебя до конца. Безбожный, хочешь меня погубить? Вот самое простое средство. Ступай в Верьер и покажи это письмо всему городу. А еще лучше пойди покажи его господину Валино. Скажи ему, что я люблю тебя. Скажи ему, что я боготворю тебя. Что жизнь моя началась только с того дня, когда я в первый раз тебя увидела. У меня теперь только одна цель. Внушить мужу, что анонимное письмо прислал господин Валино. Ты смастеришь мне анонимное письмо, вырежь из книги слова, которые я тебе напишу, и наклей их поаккуратнее на листе голубоватой бумаги, которую я тебе посылаю. Почерк как будто женский. Но если так, кто же из женщин мог написать? Может быть, это сочинил мужчина, и оно написано под диктовку. Но кто же тогда этот мужчина? Надо пойти посоветоваться с женой. Боже мой! Ведь как раз ей-то я сейчас и не должен доверять. Теперь она враг. Какое несчастье может сравниться с моим? Кто бы мог сказать, что я со своим состоянием, с моими орденами, когда-нибудь доживу до этого? А с какой стати я должен отказываться от своей жены? Она полезна мне, человек.